Всем привет, с вами КТ за Росси. В общем, по результатам в сообществе опроса вы выбрали новую рубрику делать, а именно разбор ютуберов. Все три рубрики я обязательно сделаю. Первым я выпущу именно то, что вы выбрали, а именно разбор ютуберов, контента ютуберов. И в этом видео я сделаю обзор на контент такого ютубера, как Сержи. Вы, наверное, все знаете, но заранее предвижу ваши комментарии, потому что в этом видео я буду разбирать только именно сами видео, а именно что творится в его видео. И за основу я возьму сейчас его самое последнее видео, которое вышло 4 дня назад. Давайте же начнем просмотр. Вот, смотри. Да нет. Я полезла. Вот это, в этой коробке у нас лежат лекарства. И лежит, пожалуйста, телефон. Ты не открывал вообще, что ли? Нет. Ты не знаешь, есть ли там айфон? Ну, есть, конечно. Есть. Чё? Ну, конечно, вот. Есть. Лёш! Лёх! Ну, чё, ну, открой. Давай, у тебя спалили, да, Лёх. Да. Я, конечно, угарнул жестко, прям сразу, тебя спалили, Лёх. Не, начинается все с того, что я, как бы, школьник, взял у мамы 123 тысячи рублей, ну, как гласит название видео, и купил себе iPhone. Спрятал его прямо под лекарство, и все, и мама его нашла. Только вот, почему он спрятал под лекарство какую-то, где-то, насколько я помню, это комната между всякими остальными комнатами, вообще непонятно, то есть, ну, реально, это очень довольно-таки тупое место. Ну, блин, реально, еще вот этот реакция сердца, когда мама хочет зайти к Лёхе, и он такой, тебя спалили, Лёх, реально, я прям жестко орнул с этого. Но давайте же продолжим просмотр. Ты чё, айфон не сломайте, возвращать будет нечего. Блин, что было дальше, смотри продолжение, ставь обязательно лайк, он украл 123 тысячи и купил айфон, смотрим. Далее мы не видим продолжение, далее выйдем двухминутную рекламу его сервера. Да, это классика, вот такие у него видео, где у него по 2 минуты реклама сервера. Продолжается все тем, что школьник пытается отобрать у мамы. Серж орет, ты чё? И говорит то, что возвращать будет нечего. Не, возможно, реально Серж взял этот айфон чисто для видео. Если они реально его разобьют, то получается, ну, ему реально возвращать будет нечего. Реально, он тут прямо искренне это сказал, как будто реально, если они его разобьют, все, как бы, Серж не сможет его вернуть. Потому что реально, что если реально так происходит? Вот. Ну, конечно, блин, странно, это просто вот максимально, то, что вот он взял с паспортом. Я не понял, что он паспорт взял, походу, свой, купил кредит. Ему, ну, лет, ну, 14-15, допустим. Ну, вообще, кстати, если у него паспорт, то паспорта выдают с 14 лет. Ну, то есть, ну, то есть, получается, ему одобрили кредит? Что, как? Не, возможно, я не шарю, никогда не брал кредит, но, по-моему, школьникам не дают кредиты, по-моему, только с 18 дают кредиты. И то не всем, там должно быть всякие документы подавать и дела. По-моему, просто так вот так вот прийти, особенно школьнику в какой-нибудь банк и сказать, типа, вот, давайте мне кредит. Причем 123 тысячи в кредит. Но это, по-моему, так и не делается. Ладно, давайте дальше смотреть. Я телефон свой, кстати, сам разбил. А где компьютер у вас? Телефон? Нет у нас компьютера больше. У вас компьютера уже нет? Да, на этот раз не успели. Нет компьютера, я показываю. Смотри, Леха, у тебя нет компьютера. Раз уж не успели. Лех, смотри, у тебя нет компьютера. Не, прям с этой фразы точно очень жестко угарнул. Потому что, во-первых, сначала Сержи говорят, что у него нет компьютера. Он сам подтверждает, что там нет компьютера. Потом он туда показывает полностью камерой. И говорит, это что, у вас нету компьютера? И потом еще так с насмешкой такой Лехе. Лех, у тебя нет компьютера. Что, Леха знает, что у него нет компьютера? Что это, к чему это было? Почему? Почему, когда Сержи говорит, что у него нет, там нет компьютера, он все равно пересматривает и такой, это что, у вас нет компьютера? Вот реально, что, почему, к чему это вообще? Я, кстати, вот это разорание, оказывается, было только еще начало видео. Сейчас еще продолжим смотреть, там еще очень много смотреть. Ну, смотрим. Оформил на него... Кажи свой паспорт. Но он сам себя так ведет, зачем он кидает паспорт? И продолжение, конечно, на Бусти его, по ссылочке в описании. Как? У меня нету Бусти, ну, у него по ссылочке в описании, я думаю, вы поняли. Но вот так вот, он, типа, кидает паспорт, его там мама, типа, ударила. Вот, и он, оказывается, все-таки оформил не на свой паспорт, а на мамин паспорт, просто вначале так показали, потому что я стараюсь, ну, я уже посмотрел полностью это видео перед этим, но я просто хочу так вот последовательно показывать, что к чему, чтобы, ну, что, потому что, по сути, вначале ввели обычного зрителя в заблуждение тем, что, типа, подумал, что он на свой паспорт оформил, но все равно не может быть так, ну, да, по фамилии там, наверное, понятно, что это ее сын, но... Как, каким образом кредит дали, кто ему дал кредит на мамин паспорт, при том, что пришел какой-то вообще школьник чисто, прям по виду максимальный школьник, да, в очках там все дела, дрищ просто, ну реально. Ему дали кредит, что это за банк, что это за шарашкина контора тогда получается, если ему кредит дали, вообще каким-то школьнику. Хотя мне кажется, таким даже бы шарашкина контора не дала, потому что вообще какой-то школьник взял маму паспорт, теперь, блин, хочешь взять 120 тысяч.
при том, что у него еще, кажется, есть телефон, у него кнопочный телефон, и мама такая ему говорит, ну у тебя же есть телефон, вон кнопочный лежит. Ну и вот, ладно, давайте продолжаем смотреть. Хочу сказать, что вот ролик-то был у вас, да? Да. Где вот на Бусти. Этого убери уже! Я тебе сейчас хочу сказать, там люди комментарии пишут. Я хоть что-то хочу тебе зачитать. Ты в курсе, что тебя люди смотрят и пишут? Ты хоть иногда... Слушай, хватит уже, а? По факту Леха вот в этом моменте, именно вот в этом моменте, да, реально прав, что, почему Сержа постоянно приходит к ним. Получается, его сама мама зовет, он Сержа еще подрывает масло в огонь, типа, знаешь, что люди пишут про тебя в комментариях? Знаешь что? Вот реально, то есть, по сути, почему как бы мама этого Гриффера все это на медийный план как бы выносит? По-любому же есть люди, кто узнают их на улице, я уверен. По-любому, давайте представим, что на секунду, что это все правда и не постанова. Представьте, как чело обидно, вот, например, он идет по школе, например, условно там, да, и просто какие-нибудь мелкие подходят, вот кто там смотрит Сержа, да, такие, типа, постоянно чем-нибудь ему скажут, что-то его оскорбят, что-то или типа того, то что вот. Не, конечно, мы все понимаем, что это постанова ему, но это пофиг, потому что все это постанова. Но если это не постанова, прикиньте, наоборот, Сержа, наоборот, очень жестко подливает масло в огонь тем, что еще такой, то есть, там мама и Гриффер сейчас спорят, да, но он говорит, типа, да, ну, Сержа говорит, типа, давайте прочитаем комментарии, знаешь, что про тебя люди пишут. И как бы реально жестко, прям конкретно подливает масло в огонь. Он продолжает этот конфликт, то есть нет бы все мирно постараться уладить, да? Но он продолжает, он говорит, он не издевается тем, что говорит, что давай почитаем комментарии. И там, естественно, плохие комментарии про него, то, что он вообще... Там вот комментарий был, что он досер какой-то или типа того. Вот. Но реально, в чем прикол так делать? Серж реально начал читать, вот реально. Я вообще не понимаю. Если это реально все происходит, зачем Сержа постоянно сдавать? У них реально там столько гриферов, просто наибольше богатых у них, блин. Реально, у них просто там, у Сержа, вот, мне кажется, около миллиона за 10 видео, там точно цифра такая есть, около миллиона, мне кажется. Потому что обычно у него там больше 100 тысяч, там скорее всего, и, там 300 бывает, 200, смотрел названия всяких его видео вот этих. То есть реально, прям гриферы у них максимально богатые, и каждый раз там все новые и новые деньги, реально. И те же такой добрый приходит, все возвращает. Только когда раньше это все происходило на его сервере, он там сейчас вообще грифер iPhone купил. То есть, кстати, я сейчас только допер вот во время написания сценария, да. Это получается, смотрите. Сейчас к Сержу, да, сейчас вообще никакого отношения нету, потому что Гриффер купил iPhone. Как iPhone относится к Сержу? Правильно, вообще никак. Раньше хоть ему на сервер донатили, я сейчас не донатил, ну, в этом видео никто не донатит. Но при этом он на сервер позвал Сержа. Зачем? И почему Гриффер? Он кого-то загриферил? Он купил iPhone. Какой Гриффер? Кого он там загриферил в этом видео? Ну, объясните, кого? Кого он загриферил? Apple он загриферил или еще что-то, что потом будут возвращать iPhone? Пойдут возвращать. Я уже заговорил, Саш, но реально, как, кого, куда, почему? Ладно, давайте продолжаем смотреть. 13 Pro на 256 гигабайт памяти небесно-голубого цвета, и цена его составляет 123 490 рублей. Я не знаю, зачем он купил именно, покупали у меня в последних роликах. Можно почитать описание на сайте. Ну, в общем, вот, я показал его, его цена 123 490 рублей. Все. Потом он на протяжении 2 минут... включил какой-то сайт с продажей этого айфона и показывал его. Ладно, он показал цену, да, но он решил показать описание полностью. Начал нахваливать, какой этот айфон вообще крутой, четкий, офигенный. Зачем? Что? Кому? Реально, что? К чему это было? К чему? То есть, ладно, он показал, где, типа, Гриффер его, типа, купил, да, но он показал просто характеристики. Что? Зачем? Кому? Мне не понять этого человека. Ладно, давайте посмотрим дальше. Осталось прям молясь. Давайте сейчас под конец уже включу, что там. В итоге, чем все кончилось? Лех, мы вернем этот айфон. С чеком или без, мы его вернем. Как, что делать? Пишите. Кто-то знает, ребят, что делать. Как это возвращать? Ну, вот такая же история была уже. Представляете, сколько отдельного монтажа. Это... Иди отсюда. Я пойду, да. Иди. На Бусти. Камеру. Ты что, трогаешь камеру? Издеваешь, что ли? Не трогай меня, ты еще камеру да, убери. Убери от меня камеру. Я тебе говорю, Лех, тормози, неправильно делаешь. И дальше началась реклама опять его Boosty, и на этом все закончилось. То, что мама Гриффера пошла сдавать айфон в магазин, а Сержа просто остался у них дома и решил уйти. Лех на него начал прям жестко наезжать, агрессировать в каких-то моментах. То есть, ну, Леха, да, у него актерская игра не самая хорошая в том плане, то, что он в каких-то моментах он прям перебашил, прям жестко бомбил.
То есть у него могло быть спокойно вот такое видео, то что он прям бомбит, и просто в момент просто у него стало лицо просто ему пофиг, реально вот уже. В начале вот этого фрагмента я показал то, что ему лицо пофиг, а потом чуть ли не набросился. Вот реально. У него в каких-то моментах лицо реально вот... Ну, чего он за столько лет не тренировал мимику лица? Реально, ну то есть, я не могу прям жестко мимику тренировать. Я в том плане то, что почему он сначала прям жестко бомбит, чуть не плачет, а под сразу и через пару секунд уже просто вообще пофигу, как будто ничего не происходило, как будто он стоит, реально. И вначале-то я там показал какой-то, он такой что-то бомбит, такой типа, чё, где, куда, зачем, где я, ну и вот. Ладно, вот такое вот видео получилось. Следующее видео будет уже про игры майнкрафтеров. Ну, хоть отдельного про майнкрафтера возьму игру. Вот, но это уже увидите в следующем видео. А на это все. Подписывайтесь на канал. Удачи и всем пока.